Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас большой заказ по 9-му каталогу. Много интересного товара с распродажи. Итак, поехали. Так, что заказала? Давайте по порядку. У меня здесь огромная коробка и в ней ваза. Потому что у меня куда-то подевались при переезде все вазы. Одна совсем узкая осталась. Я поняла, что мне надо. Давно на нее смотрю, девчонки. Она мне подходит еще на кухне. Я вот сейчас цветочки ставлю. Летом много цветов. По цвету подходит. 910-260 артикул. 264. 910-264. Показываю вам всю информацию. Можете на паузу нажать, посмотреть. И давайте доставать. Ваза пришла в пупырке. Надеюсь, с ней ничего не случилось. Сейчас все проверим с вами. Возврат оформить не проблема. Вот такая вот красивучая. Красивучая, большая, объемная. У меня вот прям совсем узкое горлышко, одна ваза только в доме. Поэтому решила, что мне нужно. Она не будет пустовать обязательно. Классная, красивая. Вот здесь написано Faberlic Home. И в целом вроде все нормально. При транспортировке ваза не повредилась. Хорошенькая такая, красивая. Так, дальше взяла спрей антитабак. Он мне очень нравится по аромату, девчонки. Здесь сицилийский бергамот. Эти спреи, они безопасные. На водной основе, для животных, для детей. Все отлично. 303,29. У него классный аромат. Здесь есть заглушка от деток, да, чтобы не смогли распшикать. И когда они у нас кончаются, сейчас в жару мы наливаем туда холодной воды и пшикаемся. Дети и дома могут так играться, и на улицу с собой берем. В общем, классная штука. Так, дальше взяла порошок. А, порошок это у меня на заказ. У меня девочки и девчонки во дворе попросили заказать. Взяла альпийские луга, потому что у меня запас большой, и листового порошка я много набрала. 322 артикул, 800 грамм приравниваются к 3 килограммам обычного, гипоаллергенный, абсолютно безопасный, абсолютно с любых тканей выполаскивается. Я стираю вот таким универсальным порошком и черные, и цветные, и все вещи, и зимние комбезы, и даже мембранную одежду я им стирала. Все отлично. Так, что взяла? По скидке, по хорошей, девчонки, взяла добавку молекулярную. Комплекс для укрепления волос и ногтей. Смотрите, покажу вам состав, кому интересно. Решила вот такую вот штуку пропить сейчас. Так, артикул у нас с вами 157,08. Давайте глянем, они запечатанная баночка. Но они, в принципе, на внешний вид все одинаковые. Да, вот такие вот серенькие они. Подушка какая-то приятная. Они все такие, и пить мы с вами будем их поскольку по 2 капсулы один раз в день во время еды. Вот, хочется вот такой взять вещь для волос, чтобы было, как говорится, на всякий случай. А вот эту пенку взяла Нуки. Больше Ксюшки. Она у меня любит вот такие вот разные интересные уходы за полостью рта. Мне кажется, когда она только появилась, я ее не брала. Я не помню, чтобы я ее брала, девчонки. Артикул 18-13. 50 мл. Это именно пенка для ухода за полостью рта. Очищающая. Я хочу прямо сейчас попробовать. Ой. Она прям мятная-мятная. Слушайте, девчонки. Плюс ананас, по-моему. Способ применения. На 5-10 секунд, затем сполоснить водой. Я почти проглотила, пойду споласкивать. Слушайте, мне понравилось. В течение дня очень круто освежает. На улицу, допустим, с собой куда-то там еще не возьмешь. Не, ну хотя бутылочка воды может всегда под рукой быть сейчас в жару особенно, да? Свежесть. Прям вот свежо-свежо, классно. Вот сейчас полоснула рот, а в полости рта до сих пор прям такая классная свежесть. Посмотрим, мне очень нравится. Так, дальше, девчонки, еще раз. У меня некоторые покупки прям повтор. Почему? Потому что я боюсь, что опять со складов исчезнет краска 10-15, поэтому я повторила опять свой комплект. Последнее время я крашусь вот этими двумя красками, плюс корректор Алин 0,22 фиолетовый добавляю. Для нейтрализации желтизны. Это 10-15 салонки и 8-1 Faberlic Expert Color. В итоге выходит вот то, что выходит, то, что вы видите у меня на волосах. 82-76 салонки и 180-43 это эксперт. Надеюсь, вопросы отпадут на какое-то время про цвет волос. Ксюшкин заказ, ее любимый спрей в размере 3 штук всегда беру, потому что она прямо дико расходует. Это Dream Therapy. Она его перед сном распыляет по комнате, и без него все вот не может. Я хочу, и все, мне вот с ним классно. Расслабляет ее, ей очень нравится. 25,59 артикул, здесь 100 мл. Одушка на любителя, действительно присутствует лаванда. Она очень яркая, одушка у этих спреев.
Поэтому, если еще не пробовали, в принципе, на спрей хорошая цена. Сейчас можно взять и попробовать. У всей линейки очень яркая дырка. А взяла детскую влажную туалетную бумагу, закончилась. Тоже Ксюшка у меня вот любит именно такой пользоваться. Она смываемая. Артикул. Здесь 40 листов у нас с вами. Артикул. Где артикул? Вот он, 304-01. Вещь классная, удобная. Иногда прям вот очень удобно. А если куда-то еще на природу с собой брать, то вообще супер. Пенку взяла Global Oxygen. Мне вообще эта линейка нравится. И на лето она очень хорошо подходит, девчонки. Вот вся она практически не утяжеляет. Состав. Кому интересно, показываю. Так, артикул 5807. Это пенка с большим объемом. Пенка, которая очень хорошо очищает. Здесь кислородный комплекс. На Лафтем есть. Здесь очень много всяких вкусняшек для кожи. Она большая, она долго играющая. Классный, удобный дозатор. Я такую пенку даю и Ксюшке пользоваться. От нее никакой липкости, никакого утяжеления. Вот сейчас на жару я решила, что я хочу именно эту пенку. Мне она безумно нравится. Кожа прям после нее как дышать начинает. Так, я опять, девчонки, повторила. Пока распаковывать не буду. Может, у меня кто-то заберет, себе тоже захочет. Господи. Вообще взяла себе. Мне безумно понравился этот аромат. Я уже описывала вам его, Юдашкин. Здесь присутствуют нотки свежести. И я не чувствую классической розы. Для меня это очень важно. Мне прям понравилось. Вот я давно о парфюме Faberlic такого сказать не могла. И пока цена 240 рублей с моей скидкой получается, это вообще смешно. Я себе взяла первым. Сейчас активно пользуюсь 30-миллилитровочки. Так, артикул 3085. Это роуз, который роуз не желтенький, не голд, а роуз. Вот хочется еще теперь голд попробовать. Там, в принципе, по Faberlic Drive можно было взять дешево. Но я пока на этих остановилась. И мужская тоже очень понравилась. Неожиданно мужу тоже. Поэтому взяла еще одну 3267 артикул. Прям достойной туалетной водички. Прям вот супер. Так, дальше, девчонки, смотрите, что взяла. Две упаковки. Вот такие интересные гелевые подушечки под стопу. Подходит для любой обуви. Предотвращают возникновение дискомфорта у основания пальцев. А у меня именно там иногда ноги болят. Обеспечивают поддержку и амортизацию стопы. А это очень важно на самом деле. Чтобы в старости не болели колени. А мне как-то сказал один очень умный профессор. Нужно обязательно, чтобы обувь была с платформой, нужна амортизация. Предотвращают скольжение ноги внутри обуви. Я читала отзывы. Девчонки хвалили артикул 110-51. А именно в босоножках, на каблуке или на платформе, у кого вот вперед ускальзывают пальчики, да, есть такая обувь. А у меня раньше тоже была, сейчас у меня такой обуви уже нет, я уже когда покупаю, на это внимание обращаю. Вот. И девчонки хвалили, что с вот этими подушечками нога уже не уезжает. То есть под пальцы прям можно. Так, ну тут то же самое у нас с вами. Их здесь две. И они достаточно большие. Я вот именно хочу попробовать наклеить. А, вот так снимается пленочка. Здесь она есть. Смотрите, такая плотная. И мы приклеиваем в обувь. А, многоразовые. Можно потом помыть и приклеить в другую обувь. А, под пальцы прям хочу. Под подушечки пальцев. Вот так. Тут по инструкции у нас с вами написано. До трех раз можно переклеивать. И снимите защитную пленку и подложите в обувь под основание больших пальцев. Клеящейся стороной вниз заостренный край должен быть обращен в сторону пятки. Заостренный край, я так понимаю, это вот этот. То есть вот так мы с вами, вот если нога, то под пальцы мы с вами клеим вот таким вот образом получается. Попробую, похожу, потом, если что, в пустых баночках все вам расскажу. Так, дальше, девчонки, взяла вот такую кисть для маникюра. Решила, что мне надо для дизайна ногтей. Артикул ее... Где у нас артикул? Не пойму, вот этот, что ли? 82,52. В общем, цена на нее сейчас была классная. Сейчас мы с вами откроем, посмотрим, что она себе представляет. Ну, во-первых, распределять под кутикулу гель-лак. Вот такой тоненький, очень удобно. А здесь вот просто наконечник у нас с вами металлический, кругленький. Можно какой-то дизайн рисовать. Пригодится. Повторила две маски, которые мне больше всего понравились. Кафе латте. Очень нравится. От них, кстати, слегка пощипывает лицо. Я вижу эффект... Господи, как же его назвать-то? В общем, лицо разглаживается, синячки, припухлости уходят. Вот именно припухлости уходят очень хорошо от этой маски. 0,6-43 артикул. Мне одной сашеточки на два раза хватает. Я показывала вам, уже приловчилась разбавлять в крышке из-под пенки кисточкой, взбалтывать. Взяла вот такие мини-патчи для проблемной кожи, потому что иногда может что-то вылезать. У меня бывает крайне редко, может раз в 2-3 месяца вылезают прыщики. Но вот эта вещь действительно работает, и чтобы они быстрее поджили, прям буквально за день, очень классно наклеить вот такой маленький пластырь. Смотрите, здесь 24 штуки, артикул 910-103. Вот у кого проблемная кожа, или подросткам, деткам взять. Действительно рабочая штука.
Так, состав, смотрите, вам покажу, кому интересно. Там маленькие такие кругленькие патчи. Открою я сейчас. Не открою, девчонки, здесь надлом нигде нет. Надо надрезать такую упаковку плотно. В общем, они такие маленькие, кругленькие, клеятся на проблемную зону. Так, что тут у меня? Еще одна пачка детской влажной туалетной бумаги к порошку. Мерную ложку взяла. И, девчонки, повторила тоже First Class коричневый, положу себе в запасы, чтобы была, потому что люблю, когда тушь есть в запасе, и то пропадет тоже, бывает такое у нас частенько, Faberlic, а так как она для меня любимая, идеальная и делает мне прям классный эффект драмы на ресничках, то повторила, 53,72 артикул. Так, по-моему, все, тут заказ у меня на 60 баллов, и всего вот так немного, но за все практически высокий балл. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Если это так, обязательно подписывайтесь на канал. Ссылочка на регистрацию всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Буду вам помогать. Ну и на этом все, мои хорошие. Всем пока-пока.